выходите на авансцену, друзья, аплодисменты для вас. Я так предполагаю, это кто там, Николаев? Николаев на сцене. Харлем Дэнс-центр, я предполагаю. Так, кто у вас главный в банде? Ага, сразу на вот так вот как бы решаются вопросики. Ну что, расскажи, вы представляете Харлем, да? Долго готовились? Не очень. Не очень, сколько? 3 недели. 3 недельки. Слушай, скажи, пожалуйста, тяжело ли было с твоим напарником работать? Нет. Не баловался? Нет. Вообще, что ли, послушный? Так, признавайся, как? Тяжело с девчонкой работать? Да не, не сильно. Не сильно. Скажи, пожалуйста, кто вас готовил к сегодняшнему дню? Капуста, Капустенко, Елена Сергеевна. Аплодисменты к тренеру, друзья. Они большие молодцы. Я думаю, мы можем только поаплодировать вам. Вы можете покланяться вашим зрителям. И я предполагаю, что наши судьи уже готовы. Мы можем приглашать следующих участников. А я хочу...